Социальные объекты Алекминска посетили представители компании «Газпром Трансгаз Томск». Уже не первый год компания оказывает поддержку городу. На каких объектах побывала делегация и в каких областях планируется дальнейшее сотрудничество, смотрите в сюжете наших коллег. Надолго и всерьез. Так условно обозначили свои намерения представители «Газпром Трансгаз Томск» на встречах, прошедших в городе Алекминске. Небольшая группа посетила ряд социальных объектов, где алекминчане уже смогли почувствовать поддержку. Современным, очень необходимым оборудованием оснащена теперь хирургия. Это шаг вперед, ведь подобный аппарат позволяет проводить операции на более высоком уровне. Есть вот современный аппарат, который недавно поступил. Аппарат хороший и сейчас соответствующий, как бы то получает. Нормально и нам спокойно работать во время операции, все подавать на то, все там. Нам легко сейчас. Дети – наше будущее. На территории одного из дошкольных учреждений установлена игровая площадка. И не только установлена, но и с удовольствием освоена ребятней. Общая сумма поддержки – порядка 12 миллионов. Технологическое оборудование в наслегах, поддержка социальных учреждений района пришлась более чем кстати. Но, думая на перспективу, глава района выразил пожелание содействовать в плане подготовки специалистов из местной молодежи. Ведь проект лишь на старте. В первую очередь, это трудоустройство молодых специалистов и специалистов, которые, студентов, проведение производственной практики и, соответственно, последующим трудоустройством. Завершили встречу выезд на производственные площадки, где сейчас кипит работа. Елена Фас, Сергей Лифонов, КСХ, Алекминск.